В Украине нас бы уже признала Российская Федерация. Нам было бы гораздо проще. Мы видим, что Россия заинтересована в целостной Украине. Ну, это политика России. Но тем не менее, помимо России, нас сейчас признают как Осетия, так и Абхазия, а также Вальварианский союз, Вальварианский альянс. Вы прекрасно понимаете, что это... Вы не знаете, Вадим, в интернете посмотрите. Поздравляю вас с этими достижениями. На самом деле, Сергей Борисович, очень серьезно. Для вас, с точки зрения гражданина великой державы, может быть, это и незначительное достижение. А для Александра, который представляет республику, которую, как он говорит, появилась только вчера, это действительно достижение. После признания Аргентины, Никарагуа, Венесуэлы, вот уже тогда говорить о возвращении будет уже поздно. И у вас на самом деле остался месяц нести вашу власть и с новой демократичной властью безнадежно идти договариваться. Я не договорил, к сожалению. К реальности можно вернуться? А можно я, Евгений, задам вопрос? Евгений, вот мне интересно.